Сочи и из Турции будут консультировать актюбинских медиков в области электронной медицины. Международное сотрудничество налаживают для внедрения мировых стандартов в сфере оказания медицинских услуг. В данный момент разрабатывается меморандум, который на бумаге закрепит все договоренности. Гости из Стамбула провели для местных врачей мастер-класс, где представили новые методы лечения. В частности, они рассказали о современных стандартах диагностики и лечебной тактики пациентов с онкопатологией в гинекологии. За новыми знаниями в Актюбе прибыли из медики из Уральска. Тема довольно актуальная для двух регионов, подтверждают врачи. Турецких коллег пригласили не случайно. Турция сегодня достигла впечатляющих результатов в решении проблем с онкозаболеваниями. И сегодня они охотно делятся опытом с казахстанскими коллегами. Зарубежные врачи проведут в Актюбе и бесплатные консультации. Известно, что на прием записались уже более 60 местных жителей. Очень известная клиника, большим статусом в области онкологии, онкогинекологии. Они занимаются ортопедией, занимаются кардиохирургией, занимаются часто роботизированной хирургией, занимаются. Надеемся, что наше сотрудничество поможет нам для улучшения здоровья нашего народа Казахстана.